На тему информационного противодействия терроризму и экстремизму в подростковой и молодежной среде поговорили сегодня члены Общественного совета регионального министерства образования. Эксперты обсудили причины, приводящие молодежь к социальному образу жизни. Одна из них – психологическая. Молодые люди, рожденные с 1983 по 2003 годы, на языке психологов так называемое «сетевое поколение», сильно зависим от всемирной интернет-паутины. Его представители зачастую не видят взаимосвязи между своими достижениями и социальным положением. Оттуда, по словам психологов, и появляется внутренняя агрессия, которая может склонить подростка к воздействию террористических и экстремистских организаций. Отградить ребенка от этого в условиях развития информационных технологий сложно, отметили эксперты, но на практике вполне реально. Подросток в данной ситуации, он не ученик. Подросток – это наш партнер, это младший товарищ, который действительно должен привлекаться для наших мероприятий. Именно привлекая партнеров, таких как подростки, мы сможем с вами реализовывать массу проектов, хороших, добрых проектов. И это будет достойная смена. Я вас уверяю, у нас очень много хороших ребят, и мы сделаем все возможное, чтобы эти ребята вели за собой других ребят.